Привет! Слышали про турнир Outpaid от Cardigans Gaming? Если не слышали или ничего не поняли, то давайте разбираться вместе. Outpaid — онлайн-турнир по Dota 2 с бесплатным участием для всех, но со сбалансированными командами. Система проведения турнира особенно придется по душе игрокам, которые хотят в полной мере почувствовать, что такое командная игра с сильными тиммейтами, и проявить себя, даже если не хватает сил посоперничать на крупных турнирах и квалификациях. Также этот турнир не закончится в первом же раунде против сильных титанов, ведь система проведения продумана до мелочей. It was perfect. Начиная механикой поиска и сбора команды и заканчивая системой проведения матчей, которая даст много интенсивной практики командам и игрокам. А еще вам не обязательно собирать команду для участия на турнире, ведь можно просто зарегистрироваться одному или с друзьями. Но давайте обо всем по порядку. И путь игрока на нашем турнире начинается с заполнения формы регистрации. После регистрации, в зависимости от рейтинга, игроку присваивается соответствующая его рангу стоимость. Все цены для каждого ранга и позиции записаны в таблице рангов. Следующий шаг — это формирование команды. Вы уже попали в список игроков и можете как попытаться собрать свою команду, так и поискать других людей, которые добирают себе игроков. Для этого у нас есть специальные чаты, но и под постами с турниром в Телеграме и Дискорд-канале люди зачастую пишут о поиске команды или игроков. С регистрацией вроде разобрались, а что дальше? Что из себя представляет сам турнир и как на нем сыграть? Сам турнир по проведению похож на систему The International, с тем отличием, что групповой этап проходит в двух дивизионах — верхнем и нижнем, и участники нижнего дивизиона получат часть призового фонда за итоговое место в группе. И это второй механизм баланса на турнире, ведь более сильные команды попадут в верхний дивизион и будут соревноваться между собой, а более слабые — в нижний. Таким образом, все участники турнира гарантированно сыграют много игр. На турнире примут участие 36 команд, 18 команд в верхнем дивизионе и 18 в нижнем. С начала турнира начинает работать Battle Pass — дополнение к турниру, которое позволит зрителям и участникам влиять на игру. Стартовый призовой фонд турнира составляет 2000 белорусских рублей, но при покупке Battle Pass 50% от его стоимости будет идти в призовой фонд. С каждым новым уровнем Battle Pass у вас будут открываться новые возможности. Но сам Battle Pass критически не влияет на баланс сил в игре, и даже без его покупки ты можешь участвовать в турнире. Также есть возможность попробовать себя в роли менеджера. Менеджер получает официальный статус и становится владельцем команды, а значит, он может менять состав, получает призовые вместе с игроками, сохраняет за собой слот на следующий сезон Outpaid. И, по умолчанию, вся коммуникация с командой будет произведена через него. А также на турнире будут проводиться дополнительные активности и шоу-матчи. Кроме этого, весь турнир будет проходить конкурс комментаторов с наградой 5% от призового фонда турнира, который подойдет как и новичкам, которые хотят начать карьеру, так и опытным комментаторам. Ссылка для регистрации находится под видео. Не забудь зарегистрироваться на последние квалификации на Outpaid. Если у вас все еще остались вопросы, задавайте в комментариях к ролику. А если вам интересен киберспорт и другие турниры, то подписывайтесь на телеграм-канал организаторов.